Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кусанёк, Колбаскин, Фуфло, Дэн и Тучка, Апельсин, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, братья. Всем привет. Давно мы не записывали рубрику «Защита бомбы». Если я смогу эту бомбу взорвать за 5 попыток, значит я побеждаю. Если не смогу, значит пацаны победили. Вы готовы? Да. Смотрите, как классно. Лес — это моя стихия, за то, что я маленький и цвет у меня такой прикольный. Смотрите, как суетятся. 5 попыток. Если я не смогу это сделать, то, конечно, будет печально. Но я думаю, что я смогу. Где он там? Опа, есть. Гусенек хорош. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас в гусенька просто запрыгну и резко стану большим. Вот и все. Гусенек сейчас дошутится. Так, начинаем охоту. Так. Гусенечек, у тебя какой скин? Ну, как обычно. А, ну все, прощай. Так, один пошел сюда. Это я на тебя охоту устроил. Ты на меня охоту устроил, то я тебя замочу сразу же. Ты просто умный, когда у тебя толпа. А когда ты один, ты никто, понимаешь? Это ни о чем. Они сами пришли, я их не звал. Ай, блин, вторая попытка. Все, вторая попытка. Блин, это печально. Это очень печально, на самом деле. Хорошо, поехали, третья попытка. А это не читерство, вам не кажется, не? А нормально. Ладно, поехали, четвертая попытка. Может, сразу пятую используешь? Да не-не-не, я сейчас все-таки в кого-то запрыгну. Смысла нет. Надо сразу же готовить ядерку. Хуй ядерку. Я ядерку, кстати, сейчас взорву. Я уже в хате, вы даже не заметили, как я зашел. Слушайте звук. А сейчас бомба активируется, слушай. А что все толпились? Лохи, я вас обманул. Я же говорю, сейчас он врет. Не мечитесь над его лох. Я же обманщик тысячной левела. Им это твой хэткраб пьяный? Да. Я хорошо в лесу все бочки собираю. Есть! Кого? Блин. Апельсин. Апельсинчики. Есть, я стал большим. Так, сейчас я пропишу килл, чтобы стать смертным. Потому что я же сейчас бессмертный, мне это не надо. Это апельсин вообще не надо. Реально. Ну что, пацаны, я надеюсь, что сейчас у вас все получится. У тебя может? Никогда не любил апельсин. Блин, уже вентиляция может быть. Какой? Подземный? Да. Я, по-моему, только что видел его. Давайте инфу где он. Как ты мог меня видеть? Он в озере, может, нет? Нет, его слышно. Я слышу, как он бегает. А, это ЛТВ там плавает. Да. Ты дурак, что ли? Да успокойся, ты что, дурак? Вы меня через всю жизнь не выйдете уже, дурачки. Сам такой. А есть такое. Он бомбу. Я бомбу активировал, есть. Бомба активирована успешно. Так, как же мне ее взорвать? Что мне надо сделать? А если я в нее врежусь? Нет. Под инвизом активировал, крутой. Ну реально. Не стреляйте, а че ты меня, а че вы не стреляете? А потому что... А это бай. Ну, не... Тихо. А че? Опять залез. Ну ты хочешь, сиди сколько хочешь. Мы не держимся. Просто появился. Блин, ну боятся. Блин, это очень решающий шанс. Это ж предпоследняя попытка, у меня же еще одна останется и все. Прохит, тебя стулом убило? Да. Ай, чипнул кто-то ножом. Дурак, что ли, ты что делаешь? А зачем ты так делаешь? Это же некрасиво с твоей стороны. Фу! Блин, я застрял в текстурках. Ты откуда ты взялся? А, вот так ты со мной, значит. Да. Хорошо, я тебя сейчас... Кстати, вот тебя как раз я и убью. Блин, я так и знал. Я одного... отомстил одному вашему. Ты по воде, да, ходил? Да. Было видно. Да. Я увидел след. Блин, не вижу ничего из-за стен. А он из-за... Нах ты за стены. Быстрее защищай. А где он? Он в доме убивает. На втором этаже. Я вижу его. Ну а что, пацаны, я вас наказал. Так, ну даже как-то бомбу взорвать. Вот это что, я не могу ее никак взорвать. Как мне это сделать? А тебе нельзя, это, а мы запрещаем. 500 листочек. Блин. Листочков и заходишь. Что, страшно? Вот ты здесь лазишь всем хвостом, как будто, не знаю.
Берём. Метёлкой. Туда! Есть! Есть, да. Есть! Ладно, ладно, убили. Ну что, последняя попытка. Блин, ну это сложно. Давайте я сразу большим становлюсь, всё. Нет. Да чё, вы же 5... Семеро против одного, вы чё, слабые, что ли? Теперь я другую тактику применяю. Сейчас применяю тактику сделать так, чтобы бомба взорвалась от самого тебя. Хорош, все, хорошо. Все, 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 ладно, не смогли. Так, теперь будет у нас следующий раунд. И сейчас я включаю максимальную свою сложность, которую я могу. Да ты что, правда? Да. Ты за стенку не убивай. Блин! Не, я вас предупредил, пацаны. Тоже был такой, знаете, лайтовенький. Он Саня. Просто запрыгнул и начал веселяться. Ну я же без я же говорю, я псих. Фу таким быть. Реально, фу. Вон, он в своем этаже. Да? Да. Блин, ждем. Он был. Кидаем гранаты. Не надо. Вот он. Аккуратно, тихо-тихо. Хорош, еще раз убил. Апельсин. Убил, да, все-таки? Хорош. Апельсин, молодец. Блин, бомбу надо расфризить, пацаны. Можете ее расфризить? Чтобы она стояла просто обычно. Ну что я ее зафризил? Я забыл, что... Да, она должна шататься. Да я забыл, блин. Она должна была быть расфрижена. Бегает с маленькими ножками, слышишь? Ты дурак, что ли, стрелять? Тебе что, патронов много? На нет, нет. А все, 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 я стал большим. Вы что, гоните? Шутки шутите мне тут? А вот теперь, вот теперь, вот теперь. Я забыл, что надо, чтобы она была расфрижена. Да она, ее не ш... она не шатается. Да она шатается, если дёхнуть её, бум-бум. Вот. Ой, она упала. Блин. Аккуратно. Фу. Отлично, чего? Бомба покатилась, а. Зато не попадем теперь по ней. Реально. Реально. Реально, реально. Реально, реально. Ты дурак, что ли? Я тебя предупреждал? Ах ты такой, да. Все, 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 все. Блин, пацаны, это очень сложно. Бомба, во-первых, в таком месте стоит рахитном. И мне реально сложно очень. А сам? Сам виноват? Так я сам придумал, не могу теперь ее взорвать. Ой, это что? А что у вас на крыше появилось? Говно. Говно. Ах ты, блин. Ракета полетела. Ах ты падаль, Дим. Да все нормально. А че апельсин всех убил? Самый последний сложный раунд для пацанов. Открытое помещение, и бомба вот здесь лежит, она просто гигантская. Она не ядерная, но раскидывает все в радиусе полукилометра. Пацаны, вы готовы? Да. Все, поехали. Он ходит, маленький. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Аим? Вот он в воде, в воде, в воде. В воде? Да, водичка да. Купается. Выйди, апельсин. Черяк плавает. Он под домом. Ой, извиняюсь. Ты умный сильно? Хорош. Да блин, прикрыть, я бы его убил бы. А, что? Отлично, отлично, ребят. Ну что, я большой. И теперь я буду вас всех мочить. Вот теперь я разозлился очень сильно. Блин, не того взял чужого. Не того. Во. Да хорош, ты подожди, я еще не успел, вы психи. А вот, вот моя бомба. Которую должен взорвать. Не подходи к ней. Ой. Активировано. Ходит. Топчет себе ноги. Лапами это теперь. Лапами. Не взорвалась? Не взорвалась. Вот это пятки у него воняют. Вот это, понимаете? Зачем ты так говоришь на меня? Потому что... Да. Потому что, да? Я за это тебя буду убивать сейчас. Не надо этого делать. Ты уверен? Так плохо делать. Давайте сейчас все ко мне, чтобы им мочили. Гусонёк, нормально все возле воды стоит? Все четко? Тебе да. Не стыдно убивать меня? Нет? А чем должно быть стыдно? Не стыдно, да? Он правильно делает, что ему стыдно должно быть? Эй, Гусонёк. Последние твои слова, Гусонячек. Я прям под плитой, смотри.
согласен. Все прыгнули. У нас от... Убили! Там, убили, блин, там, там последняя пиписечка осталась. Все, ребята, последняя попытка. Последняя. Или предпоследняя. Сколько я израсходовал, я уже не помню. Три точно. Четвертая это была, это последняя, да. Так, так, так. Чувствую, я не смогу, ребята, в этой серии взорвать бомбу. Пошли самые опытные игроки Гаррис Мода. Серьезно говорю. Без шуток. Да, Гусанек? Угу. Вот смотрите, Дэн стоит палец сдалека. Вот как? Вот так вот. Думай. А ты по очередности нас. Он может, ты нас нет. убил, и мы не возродимся? Он бегает прям в... А, я, кажется... Это... А, нет, это Дэн. Есть! Ой. Есть! Не знаю, просто в нее уперся и вперед жал. И взорвал бомбу. Ребят, я победитель, понимаете? Нет, я лучший один, игрок. Один-один. А, последний раунд вы хотите? Да. Хорошо, давай. Пацаны сказали, что 1-1, поэтому надо решающий раунд. Кто же из нас будет победитель? Готовы, пацаны? Да. Погнали. Блин! Отлично, класс. Дэн, ты был вкусным пирожком. Пирожок с капустой? Булочка с сосиской. Булочка с сосиской. Синхронно. Пацаны, слушайте бомбу. Давай. Да что ты активируешь, это ничего не значит, чтобы ты понимал. Только я тебя видел. Мы не страшны. Сейчас я буду опять толкать и взорву ее. Толкай, толкай. Я что хочешь. Блин, а если бы знать как? Так, подожди, как же вас теперь по очереди высмыкивать? Так, надо выхватывать тот, кто отходит далеко. Они вместе держатся. Я пока хотел уйти. Вот, гусенек пошел. Гусенечек. Да. Ничего, да, тебя не смущает? Все нормально? Да. И Дэн бежит сразу. Дэн, а че ты бежишь помогать гусеньку? Давай. Кто не сыт, один отойти. Кто давай. Не сыт? Давай ко мне. Нет, иди колбаски, не ест. Уже все. Один на один. Давай, один на один, гусенек. Ты готов? Да. Так, а где ты? Только я тебя не вижу. На другом месте. А вот, я вижу. Вот и все, щенок. Ну, бежать от тебя не я успею. Понимаю, но ты хотел один на один, я тебя съел. Ты довольно-таки вкусный гусь. Я убийца гусей. Отлично, она покатилась. Отлично, она катится. Так, ребята, так, смотрю, что вы не дальше, мне интересно. Че, держите ее, да? Мы держим. Спокуха. Ну, взорвись, бомбочка. Ну, как-то, я же ту взорвал как-то, я эту могу взорвать. Не допустим этого. Вот бы я план. Вот он. Блин, ой, я чуть не начал стрелять. Боишься, очкошник? Скажи сразу. Сам тачкарик. По бомбе попали. Есть, взорвали. Вы молодцы. Я искренне рад. Ну что, 2-1, я победитель. А ролик начинался с того, что я сливаюсь. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.